Раз, два. В японской терминологии есть такой принцип рандори. Переводится как испуг глагол рандору, который означает взаимное обучение. Когда мы делаем учебно-тренировочные схватки, наша задача не замочить своего партнера. Для этого есть соревнования, либо дни борьбы в Дагестане, пожалуйста, без проблем. Там вы можете, что хотите делать. Учебно-тренировочные схватки заключаются в том, чтобы вы чему-то научились, чтобы что-то попробовали. Это важно. Пробовать. Не бояться и пробовать. Даже если вы будете проигрывать на своем движении, вы должны все равно пробовать. Потому что раз проиграете, два проиграете, три проиграете, а на сотый раз, возможно, вы поймете, почему вы проигрываете, либо забьете болт и больше делать его не будете. Одно из двух. Хорошо? Раз, два.